Привет, друзья! Летом, находясь в большом путешествии, купил для изучения секретов вот такую вот поделку из хлама. Кратенько о поделке. Это две баночки. Большая, маленькая. Туча крышечек, которые формируют ноги, руки робота, органы зрения, слух и вот крышечка, которая подвешивается. Это все подвешивается и... Полезность этой поделки, что сюда можно класть всякие вещи, как было объяснено, много-много веса, ну как раз бы там по количеству этих веса тут пару тысяч бы и получилось бы поместить. Так, в общем, секрет раскрылся очень просто, когда я вез назад в Россию эту поделку, в общем, в ручной клади. У меня эта нога просто была разрушена, но не оторвана. В общем, изучение поделки показало, что все тут довольно механизировано. Вот видите, два отверстия. Где бы показать? А вот. Два отверстия. Они пробиваются слабо раскаленным предметом. То есть надавливается, он горячий, хорошо входит. И при обратном ходе дырочка не закрывается расплавом, а... Оплавленные стороны остаются в стороне. Остается дырдочка. Соединяется все при помощи лески. Думал, тут какие-то самозатягивающиеся мудреные узлы. Нет, все простые узлы. Два прямых узла вот крепят эту ногу. Сейчас мы ее и починим. Голова. Вот крышечка, которая держит соединительную часть. Поподробнее покажу. Крышка, которая имитирует рот, и внутри, чтобы было расстояние, еще одна зеленая крышка. Глаза. Две крышки. Зрачок имитируется стразами. Закреплено все тоже просто. Двойным, смотрите. Здесь по одной дырочке. Вот так вот. Раз-раз. Стянут. Стразы. Так, еще раз. Давайте глаза посмотрю. Да, тоже два отверстия для страз. Уши, понятно, тоже обозначены стразами. Так, что еще тут интересного? Вот почему-то крышечка закрыта уплотнителем. Сохраненный уплотнитель от косметической баночки. И почему-то вот здесь вот два отверстия для крепления ног. Они покрыты белой красочкой. Видно, спрятали зачем-то. И надо отдать должное, все это представлено в Инстаграм. Если у кого есть Инстаграм, смотрите. Я не могу зайти, не могу подробно ничего сказать. Так, давайте я починю на ваших глазах. Я не тренировался, сразу может не получится. Так, где там? Нога куда делась? Гараж, где нога? Да что ж такое, ноги нет уже. Так, нашел я ногу. Здесь леска прорвана, вот эта вся часть. Видно, там мучили хорошо. Но я пойду немножко другим путем. Я шилом пробью, с вашего разрешения. Ну да, шилом все-таки похоже, но не то отверстие. Может, и шилом пробивалось. Кстати, я могу и ошибаться. Что здесь тоже нет... Наплыв. Тут белый наплыв образуется, а там все-таки какой-то светлый. Наверное, пробивается отверстие все-таки более тонким. Делаю петлю. Леску применяю немножко толще, ну какая есть, какая под руку попалась. Так, неправильно. Неправильно. Так, вот так. 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 Ну, надо отдать должное. Технология проработана.
Если кому интересно, я повторял конструкцию роботов из крышек. Там у меня маленькая коллекция их даже была. И ссылка на парня, который этим занимается. О, неправильно вставил, смотрите. Так, ну, все. Это ж все первый раз делается. Так что простительно. Так. Ну вот, приблизительно. Так, неправильно. Повторяю, как я увидел крепление. Так, во. Теперь похоже. Так, теперь надо стянуть. Человек, который регулярно этим занимается, вязанием этих роботов, ему, наверное, проще. Так. Ну и... Давайте я еще третий узел сделаю. Леска толстая. Все, починено. Ну, смотрите, нормально. Восстановил. Так что, если вам есть интерес занять детей, и у вас много баночек, копите их. И можно будет сделать такую поделку. А это вот простая игрушка на Новый год, например. Вот скоро пойдут задания, бедные родители начнут бегать по сайтам, мучить мой сайт, мой YouTube канал, искать, что бы сделать. Ребята, ну вот, пожалуйста, из баночек. Я сомневаюсь, что кто-то из класса будет у вас принесет такую поделку на Новый год. Тем более стразы. Здесь можно клеем напрыскать и нанести блестки. Будет красиво. Всем добра и успехов!